В Саратове побывал современный российский писатель Захар Прилепин. Это визит в рамках всероссийского турне, которое автор романов «Патологии» и «Санька» устроил в честь Года литературы в России. В эту субботу он прочитал лекцию для студентов и преподавателей социально-экономического института. Говоря о традициях русской литературы, оратор напомнил, что Федор Достоевский – самый популярный писатель в мире, сравнимый разве что с Шекспиром. Геополитическую ситуацию в мире Прилепин связал с литературным наследием, сказав, что ситуацию с расколом Украины была описана рядом современных философов и мыслителей. Более того, именно литературные тексты предопределили события, создавшие Новороссию, считает писатель. Удивительным образом то, что описано в текстах философа Дугина, в текстах писателя Проханова, в текстах писателя Лимонова, в текстах 90-х годов, он говорит, именно то, что тогда было нами прочитано и кем-то из нас понято, и то, что на тот момент казалось совершенно маргинальным, именно это и воспроизводит сегодня в Новороссии. Ну, то есть, там, проект «Другой России». И вовсе не обязательно, и наверняка не все митингующие на Майдане, и не все участвующие в ополчении Новороссии читали эти тексты. Их читали единицы или там полпроцента. Но сама методология всего происходящего, она появилась в литературе, она появилась в поэзии, она появилась в песне, она появилась в философском трактате, и это начало работать.